А в поселке Жатай полным ходом идет реализация проекта формирования комфортной городской среды. На благоустройство двух дворов и на строительство сквера из федерального бюджета выделили 5 миллионов 200 тысяч рублей. А администрация поселка, в свою очередь, выделила дополнительно 400 тысяч. Евгений Тайтонов продолжит. На реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в этом году республика получила из федерального бюджета 195 миллионов рублей. В поселках Нижний Куранах, Айхал, Максугаллах, Жатай, а также в городах Мирный, Удачный, Покровск, Якутск планируется благоустроить 306 дворов и 17 объектов общественного пространства. 24 миллиона было выделено из республиканского бюджета и порядка 178 миллионов было предусмотрено софинансирование муниципальных образованиями, которые вошли вот в рамках реализации данного проекта в программу. У нас 8 муниципальных образований реализуют данный проект в части дворовых территорий и общественных пространств. Жатай уже начал реализацию данного проекта. По федеральной программе поселок получил 5 миллионов 200 тысяч рублей. Дополнительно к этому муниципалитет выделил 400 тысяч рублей. Уложили порядка 1600 квадратных метров асфальтового покрытия, 100 квадратных метров тротуарной плитки. Следующим этапом работ будет установка скамеек, урн для мусора, замена освещения на светодиодное, стечечной замены стальных опор. К благоустройству дворов жители поселка присоединились, организовав субботник, ведь покраска ограждений и уборка территории посильно каждому. Но сейчас мы проводим субботник на общественных началах. Но мы работаем волонтерами. И нам сказали, подойди сюда и помочь, но мы пришли. Конечно, если ты тут живешь, конечно, большое. Ну так ты выходишь тут, живешь, конечно, тут все красиво должно быть. Вторым этапом реализации проекта в Жатае является благоустройство сквера, где сейчас ведутся земляные работы. И в этом году планируется установить бордюрные камни и частично уложить тротуарную плитку. Евгений Тайтонов, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.